Здравствуйте. Да, наконец-таки вы скажете, голос появился. Ну да, появился. Итак, что я хотел? Я не снимаю видео, потому что я была в больнице, мне делали операцию. Если вы хотите, чтобы я рассказала, ну, эту историю, то пишите в комментарии. Вроде все. А, и еще кое-что. Я тут решила сделать сходку в понятовании. Тоже пишите в комментарии, если вы хотите. Я оставлю ссылку в описании на мою страницу ВК. Добавляйте в друзья и пишите то, что вы хотите сходку. У меня снова микрофон, поэтому я сейчас записываю на другое. Простите то, что такие вот. Надеюсь, ну, наверное, звуки вы слышите. Я, конечно, не знаю. Ну. Извините, то, что голос такой, не такой, как был раньше. Мне удаляли зубы мудрости, поэтому я сейчас немножко шепелявлю, потому что мне больно, у меня раны еще не зажили. Вот так вот. И я планирую начать снимать клипы, но я хочу научиться это делать. Это чувство, когда я еще не умею обрабатывать свои. Так, вот этого вы не слышали. Я сейчас, короче, играю в Понитаун. Ну, и в Креаторе, в Понитаун, и в Понитауне ни одного крипипастера. То есть только одна вот я вот. И все, остальное ФНАФ. Даже сейчас вам покажу. Крипипаста, вы где? Где? ФНАФ захватил мир, бежим! Я, конечно, против ФНАФа ничего не имею, но, конечно, простите, но вы, господа, обнаглели. Где крипипаста? Не понимаю, где? Пока была в больнице, захотела в Понитаун через телефон, и была крипипаста, но мало. А теперь я зашла через комп, ее нет. Куда катится мир, я не понимаю. Итак, и через год нашему каналу, ой, господи, через год, боже, я уже оговариваюсь после этого дурдома. Скоро, вроде через 18 дней, я не помню, да, вроде через 18, нашему, ну, моему каналу исполняется ровно год. Я год добивалась, я думала то, что я за год хотя бы 100 подписчиков там наберу. Или 95, но нет, все-таки 64. Ну, хоть какое-то достижение, ну, хоть какое-то. Что с моим капитаном? Неважно. Мне просто бомбит. То, что ФНАФ везде. Простите, те, кто любит ФНАФ. Я против ФНАФа ничего не имею. Я ФНАФ люблю. Но чуть больше люблю крипипасту. И таксистку копыта сломаю. И у меня перед еще вот. Тоже через 15 дней днюха я планирую снять клип. Если, конечно, я научусь это делать. Вы же знаете, какая ленивая жопа. Я не смогу это сделать. Я говорю, я не смогу. И, кстати, что там по поводу четвертой ночи FNAF 2? Я никак не могу заснять. Я была в больнице. Не орали. Я хотела с голосом, но орали все. Все. Бомбит. простите. И еще кое-что. Вот так буду снимать. Ну, короче. Сейчас. Если вы хотите, чтобы я сделала сходку, пишите вниз в комментарии. Вниз. Да, пожалуйста. Пожалуйста, вниз. И нажми на кнопочку подписаться, пожалуйста. Пожалуйста. Нажми на подписаться. Поставь лайк и колокольчик. Нажми, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я считаю до 5. Раз. Два. Пять. Поставил, да, поставил, да. Да, нет, нет. Ладно. Что хотел еще сказать. Надеюсь, восьмой голос не бесит, потому что я картавлю и шепеляю после операции, но это пройдет. Шепеля... Я перестану шепелявить, но картавить я не знаю. Что с
телефон хостел. Сейчас, вот. И как вы думаете, мне запилить стринчик? Стринчик. Короче, я, может, сделаю стрим. Не знаю. Вы просто напишите мне. Короче, напишите. Я хочу, ну вот, кстати, если вы хотите видео с голосом, пишите, я хочу видео с голосом. Если вы хотите, чтобы я сделала сходку, пишите, я хочу сходку. Если вы хотите, чтобы я запилила стримчик, пишите, запили стримчик. А если вы хотите это все, то пишите это все. Простите, у меня сопельки. И еще. А, мне пишут. Ну, вроде все. И да. Я вот сейчас вот буду смотреть обучалки в свои, потому что я хочу сделать нормальную аву канала, нормальную аву ВКонтакте, нормальную аву не знаю где, и я хочу обработать саму себя, да, и моего автора, да, у меня есть автор, и слишком этот автор ленивый, как и я. Вот, хотите что? Я могу вам показать моего автора, но только на картинке. Да. Сейчас покажу. Сейчас. Вот мой автор. Но он изменился, потому что тут на этой картинке неправдивый. То есть у меня глаза более темнее. У меня крыло синие и ноги синие. И у меня другой хвост. Да. Вот такие вот дела. И сейчас, секунду. Секунду. Сейчас будет. Сейчас, подождите. Моя кричи марка крест и капли крови. Да. Вот. Сейчас. Ну и на этом все. Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк. Лайк. Ой, нога, нога. Что мне с ней? Все, вот. Ставь лайк, подписывайся на канал. И нажми на колокольчик, пожалуйста. Я тебя умоляю. Или я сейчас сделаю няшное личико. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, а с вами была Оля. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.